О, да, вот это нормально. А эти пацаны просто так не зашли в игру. Почему? Знаете, кто такие? Ну бы какие-нибудь. Лютые типы. Не верю. А я такой же играю реводжеров, как с Тираном, да, вот этот вот корейский? Ну, наверное. Я хрен знает, это на твою ответственность, если честно. Из меня такой зерк, ну, типа, я только в линк ходить умею. Ну, теоретически, да, вот этот тиранский в 3.45 придет. Слушай, но судя по первым четырем символам, они могут быть готовы. Да, да, там пара букв пропущена, нормально. Даже не стоит. Чисто случайно попали. Неожиданно. Сань, ну прокси на твою ответственность. Просрешь все. Да все, все. Вопрос где? На твоей ответственности, говорю. Окей. Можно? Но там, кстати, три процесса есть, не заметили. Да нормально, протанкуем, протанкуем. Это как раз и замечательно. Просто когда грелки будут, что будем делать? Ну, грустить. Наш вождь. Вообще викингов, викингов, викингов построим. Что-нибудь придумаем. Там на ходу, короче. Это страта, я понимаю. Слушай, а может ты как-то позаботишься? Может, морпехов на массе? Я даже не знаю. Ну, против грелка или мид? Да, я делаю, и там фотонки есть. Фотонки у тебя. ПКСМ нужно огромное количество. У меня все будет. Надо фотоночки огромное отбить. Огромное. Слушай, а они, оказывается, это из этих. Помогайте. Не сливай рабочий, убери рабочих. А отбивать я чем это буду? Да сейчас отобьем у меня марики, расслабься. Да? На мой мейн посмотри. Ну, там пилоны, они не бьют. Помогай, Тед, с пробкой на мейне. Я центральный пилон ломаю. Все, вон, изи. Где робо? Я робов катал. Ой, робо. А мультитаск тогда где? Кто это? Ну и где робот-то? Робо есть. Делается робо. Так, у меня свап сейчас будет старпорта с реактором, и два медивака полетят лечить сервагеров. КСМ делаешь? КСМ уже все едят лечить, скоро бегут. Сейчас, главное легко их не убить, а то они сейчас отлетят от четырех ревагеров. Отступи, отступи, отступи этих, полечим ревейджеров сразу. Давай, иммортал, тащи сюда. Уже? Давайте затестим сначала, пускай один иммортал идет, давай посмотрим, просто его будут лечить или не. Конечно будут, он же механический. Пускай чисто в соло, в соло, пускай развалит. Опа. А вот теперь вопрос Феникса. Вот, все, все пострать, еще вопрос. Чини, 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 главное, смотри. Чини вручную. Вручную, вручную чини. Хорош. Вот это замес, я понимаю. Давайте, на разы вышли. Настоящие билды.
Лол. Прикол. Лечу Равейджеров. Да, у него фениксов мана мало. Слушай, ну он медиваки-то и будет сбивать. А у меня есть эти, немножко давай викингов. Давай наверх поднимаемся. Сейчас сломаем лицо. Оп. Оп. Сейчас пиону шатраю, проходим. А медиваки что же лечатся от КСМ, все нормально. Кстати, да. Прикольно. Я левый пион сейчас шатываю. Хорош. И верхний. Все, просто выключаем им нахер и все. У них ничего нет. Давай. Вот это стратегия, я понимаю, 80 уровня. Сколько ты ее берег, скажи? Это я с рождения, блин. С рождения знал, а хорошо. Да. Это я готовил, чтобы вот, знаешь, типа в самый лучший момент Старкрафта показать, что он все еще жив, и тебя могут просто снести рабочие с медиваками. Правильно. Отлично. ГГ. ГГ! Найс.